Сегодня ранним утром 6 часов 18 минут поступило сообщение о возгорании в кафе «Я ем» на улице Ленина. Прибывшие к месту вызова огнеборцы установили, что горит подсобное помещение. 7 минут понадобилось, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Причина пожара устанавливается. Стоит отметить, что это уже третий пожар в кафе на курорте. Так, 2 сентября на улице Верхняя Набережная в районе санатория «Русь» в одном из кафе загорелась кровля и ролеты заведения. А 30 августа из-за пожара в кафе на улице Промышленная эвакуировали 18 человек. В двух последних случаях причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104.